Богданов Далибор Македония Северного и в красной куртке Зената Фролан ФИАС-1. Напомню уважаемым зрителям, что прямая трансляция ведется на канале ФИАС ТВ на сайте Международной Федерации Самбо и на YouTube-канале Международной Федерации Самбо. Комментирует поединки на втором ковре Роман Карасев. И активно сразу начался этот поединок. Оба самбиста настроены. Видно, что хотят показать свое мастерство. Да, очень македонский самбист так достаточно сильно вкладывается в удар. Посмотрим, что покажет Зената Фролан из команды ФИАС-1. Немножко пока на дистанции. Ну вот, вот первый захват. Хорошая комбинация, да. Захват ноги и зацеп. 4 балла. И переход на удушающий. Да, в боевом самбо можно выполнять удушающий. И есть хорошая комбинация. Бросок. Очень зрелищный бросок. Очень хороший. И переход в партер. И мы видим, что это всегда дает свой результат. И Зената Фролан одерживает свою первую победу.